Следующая остановка – улица Селезнёва. Уважаемые пассажиры, при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство, сообщите об этом экипажу троллейбуса. Будьте внимательны и осторожны. Тут вот частный сектор был. Оплата проезда наличными производится у водителя. Ведется видеонаблюдение. Это раньше тут МТС был. Контролер. Следующая остановка. Университет экономики. Короче говоря, центральный парк. Да. Конечно. Там кто-то катается. Ничего тут такого, смотри. Что это? Тает. Короче говоря, вот так. Сейчас посмотрим. Смотри. А ты знаешь, вот не посмотрела, главное. Смешная девочка. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Смотри. Это на этот. На май, девочки, мальчики. Это вот уже смешная девочка 20-го. Это уже было. А, не-не-не, вот. Смешная девочка. Мюзикл. День Победы тоже будет. 9-го. 18 часов. Короче, вот так вот. Ну, Сергея. Да, Сергея. А это вот Рокфеллер. Это вот Рокфеллер. Ночь Венеции 23-го. И вот сегодня... Мюзикл в 19 часов будет. А завтра «Любовь и голуби». Короче, пойдем. Смотри, какая это. Тут тоже интересно. Красиво. А с той стороны что? Тут и что-то непонятно. Там ничего такого нет. Да. Да. Ой.
открыл ключ, эти фонтанчик. Тут-то тоже и там, по-моему, сейчас посмотрим с той стороны. Я только ради этого и вам. А, во-во-во. Дыр-дыр-дыр. Ланды. Ну и все, этот, блин. Ничего так тут такого и нет. Да. Давно я просто тут не был, а там музыкальный, не колледж, он там, вот там музыкальный колледж. Тут тоже железная дорога. Смотрите, старая-старая. Чё, блин. В Союзе сделано, прости господи. Елочки тоже, блин. Как кустарники посадили. Тут-то тоже какая-то вот эта вот. Обошли. Вот, знаешь, березовые рощи. Более-менее можно ходить, ходить. Что же это? Такая вот крутенькая. Тут уже, смотри, красиво. Художник. Красота внутри. В прошлом году это делали. Не работает сегодня. 100 квадратов, а никогда работает. Ага. Это сегодня не работает, наверное. Когда не работает, не знаю. Это с бантиком. Ну вот и все, что я хотел показать вам. Как всегда, ребят, как всегда. И что толку, девочки, мальчики, что толку, да? По центральному парку пройтись. Но только ради фонтана. Правильно? Только ради фонтана.
пройтись. Тыры-пыры, просто тыры. Пойдем видос. Да? А что делать? Берёшь, берёшь, пойдём. Это вот центральный парк. Ничего не сменилось. Очень хорошо. Вот. Ребят, как-то так. Как-то так. Как-то так получается. Вот у нас трамвайчики. Да? Плиточка так вот сделана. Да. Девочки, мальчики. Он там старый дом. Но это потом. Может быть, когда-нибудь покажу. Вон, видишь? Да, тут-то тоже магазин какой-то был. Сейчас я, то есть, уже не знаю. Сейчас уже все по-другому, девочки, мальчики. Все по-другому. Тут вообще частный сектор был. Вот так вот раньше, да? Короче, вот так. О, летучая мышь. Солнце светит. Римские каникулы. Тоже. Нашим. О, новое будет. Не, это сегодня, по-моему. Базимнянец. Вот это вот. Да? Пойдем. Сегодня спектакль. Вот смотри, вот это будет. Это. И вот это хама. Можно сходить. Вот так. Маленькая прогулочка, девочки.